рыцарь чаш, восьмерка пентаклей и туз пентаклей. Счастливая карта, это точно. А туз пентаклей говорит, что будет возможность увеличить свой доход для того, чтобы жить лучше. Здесь ваш домик. И есть возможность иметь какую-то идею, или же новую работу кому-то найти, или же какие-то успешные покупки сделать, или успешные продажи. Эта метла в руке, это означает, конечно, инструмент, то есть у вас есть инструмент вашей профессии, там, например, компьютер, стиральная швейная машинка, ну, то, чем вы занимаетесь. И солнце – это успех. Так что вот здесь и пентакль круглый, и солнце круглое, здесь такая резонация происходит. Такая, знаете, резонация, когда Вселенная вам помогает хорошо заработать. А рыцарь чаш – это может быть любимый человек.